Значит, мы распаковываем наши коробочки Сималэнда. Честно говоря, не помню, что я заказывала. Что-то открыли мы. Наша покупка получилась на 15 с копейками. И Андрюшка удивляется, что ты заказала, что здесь на 15 тысяч? Не знаю, что я брала. Да. На, Ванечка. Какие-то краски, а это штампики какие-то детям. Так, дай коробку. Я убрался. Да, давай все это сложим сюда. Так, это штампики. Любопытных рядом со мной здесь много. Так, это тоже здесь что-то. Это водонагреватель. Я сейчас буду смеяться. Алена заказывала у меня. Просто я буду смеяться, если нам не пришло то, что нужно было. Увлажнитель воздуха. Да, увлажнитель воздуха. Дай ножик, Вань. Сказали, что его не будет. А его отправили. Но... Так. Злобный. Заказала вот такой этот от мух. Мухоед какой-то спрей. Это тоже от мух. Да это метелка. Дай сюда. Да, это метелка из бука, что ли, из бамбука. Может быть, ее вы не сломаете. Сломаете? На. Ай, сыпется. Ничего себе, этот бук сыпется. От него мусора больше. Сейчас будем смотреть, что не так у нас. Так, ну нет, наверное, здесь должно прийти все, да. Что, в школу мы заказали подарочки, блокнотики, ручки. Так, что-то тут еще. Мальчикам, девочкам где-то должна быть упаковка. Вот что ты палишь это? Вот что ты палишь? Вот любопытный до ужаса. Папа у нас. И любопытных здесь рядом со мной много. Да, дай-ка сюда. Да, заказала заповеди семейной жизни. Сейчас прочитаю, что здесь есть у нас. Свято хранить честь своей семьи. Слышали? Люби свою семью и делай ее лучше. Будь внимательным, чутким, всегда готовым прийти на помощь членам семьи, своей семьи. Проявлять заботу и участие к близкому, близким и далеким родственникам. Подари радость родителям. Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи. Так. Помни, старость уважается у всех народов. Будь цивилизованным. В жизни... Жизнь – это дорога, полная испытаний. Будь готов с честью пройти их. Вот такую штучку. Ну, мне она понравилась, я ее заказала. А, метелочка какая прикольная. А выглядела она, по-моему, там больше. Так. Ну, вот зачем? Ну, вот. Да. Ну, это для разных, знаете, поделок использовать. Где-то вот можно сделать какого-то домовенка или еще что-нибудь в этом стиле. И вот эти метелочки как раз туда пойдут. Это мне в шкаф для рукоделия пойдет. Дальше. Это что у нас? Семейные правила еще. В общем, мы весь дом увешаем семейными правилами. Держите свои обещания. Говорите добрые слова. Делитесь. Говорите «я тебя люблю». Слушайте и уважайте родителей. Старайтесь изо всех сил.
Говорите, пожалуйста, и спасибо. Всегда говорите правду. Обнимайте друг друга. Любите друг друга. Вот. Так, и еще у нас что? Правила нашей кухни. Вот, мы это повешаем тоже в кухне. Значит, здесь у нас что? Испачкал? Помой. Открыл? Закрой. Пролил? Вытри. Опустошил? Наполни. Это чайника касается. А то у нас получается, выливает чайник и оставляют его. Приготовил? Поделись. Ну вот, классные такие прикольные штучки. Так, ну это мелочевка здесь у нас. Всевозможные подарочки. Сейчас пока рядом со мной никого нет. Это тоже моим девчонкам. Такая, посмотрите, какая красота. Красота же, да? Ну, посмотрите. Это прелесть просто. Ну и такая мелочь. А? Да, девчонка. Так, а здесь почему-то нет штучки. Упакованы. А, нет, она все. Вот она вот так прилезла сюда. Так, это пакетики для упаковки у нас будут. Ну, а это мальчикам такие штучки. Ну вот, как-то так. Сейчас буду формировать подарочки в школу. Да. Попугаи стараются меня переключать. Вот гора всего. Это своим малышам заказали. Вот такие наборщики. Прикольные. Ручка, резинка. Вроде бы ничего особенного. Так, это пакетики. Вроде бы ничего особенного, а мелочь, но приятная. О, какие. Так, это блокноты. Значит, это что у нас? Это что у нас? Папка. Люблю Сималенд. Просто обожаю. А? Ну и сейчас будем готовить 16 подарочков мальчикам и 16 подарочков девочкам. 16. 16 и 16, да. Да. Значит, берем, сейчас выберем пакетики, какие пакетики будем. Так, сколько пакетиков же у меня здесь было? А, по-моему, 20, поэтому... Ну, либо такой пакетик. Наверное, девочкам все-таки возьмем вот этот. А? Нет, кто-то выбыл там у нас. Так. 16 пакетов надо. Раз, два, три, четыре. А? Шесть. Ой. Семь, восемь, девять. Нет, не надо! 10, 11, 12, вот эти, 13, 14, 15, 16, значит, здесь 20 штук их должно быть, я один, значит, лишний положила, все, значит, что, значит, да, для девочек идет блокнотик, а, интересно, вытаскивать нет с этих, с упаковок? С упаковками, наверное, да? Так. Блокнотик сюда пойдет. Так, ручки для девочек. Ну-ка, смотри. Так, вот. Ручка. Такая. Да. Я вот переживаю для мальчиков. Смотри, какие пакетики-то маленькие пришли. И сюда мы еще заколочек положим. Это для мальчиков? Нет. Ну, не тебе снимай коробку сразу, мальчик. Нет, потом.
Так, вот пакетик для мальчиков. Ну, смотрите, какой он маленький. По размеру... А, нет, в принципе, сюда войдет блокнотик же, да? Для мальчика. Так, блокнотик. Ну, как всегда, мужской пол. Что мужской пол? Что потом будут им дарить носки. В смысле? Ручка. И сейчас разберусь, что там у нас с мальчиком, где ручка. Да, вот Человек-паук. Ну, или что-то. Они разные. Да, они разные. Да. Пакетики немножко не рассчитала. Ну, по размерам там было вроде бы написано, что должно подойти. Все. Так, коробку надо, чтобы, Вань, сразу ставить их вот так. Давай вот это тогда уберем. Вот это наше. Так, ставим коробку, а потом будем докладывать в эти пакетики. Значит, давай 8 таких и 8 синих. А? Нет, не блокнотов, а упаковочек вот таких. Да, синие. Восемь таких тогда будет и 8 таких. Так. Ручка, блокнотик. Я не знаю, поскольку, я не помню. Да, по 10. А? По 10. По 10? Значит, по 8 берем. Это вот, вот это обратно? Да, обратно слаживаем. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот эти убирай. В один пакетик кладите? А? Остатки в один пакетик. Да, да, да. Ну, бери, слаживай. Так, блокнот, смотри, для мальчиков. Да, вот такие, вот такие. Миньоны такие прикольные. И ручки. Только не положи для девочек ручку. Мальчикам ручки для мальчиков. Ну, так, ложи, выкладывай. Угу. Так, миньон. Нет, у тебя на бок получится немножко. Так, сейчас. Сейчас. А где ручки-то все? Надо было разложить ручки отдельно. Эти отдельно. А то что-то у меня одни ручки для девочек. Где для мальчиков-то? Для девочек. Нет. Нет, это мальчики обойдутся. Как это мальчики обойдутся? Это всякое, все коробки? Странно, может быть, в какой-то коробке еще есть? Сейчас будем искать. Значит, немножко мы уже все разобрали. Практически все уже упаковали. Осталось, ну, совсем штрихи, можно сказать. Значит, у нас получается подарок мальчику так, так и так. Ваня, только вот эти вот надо оторвать. Да, вот. Ну, такие прикольные резинки. Значит, вот так пойдет у нас. Так. Ручку можно зацепить на этот, Вань. А не надо так просто. И вот так. Все, в коробочку слаживаем, выкладываем. Так, где у нас пустая коробка? Идет. Так, так и так. Все, девочкам, значит, мы уже блокнотик и ручку положили. Ну и девочки же девочки. Поэтому пойдут вот такие бижутерия, можно сказать. И вот такой браслетик. Девочкам. Девочки-девочки.
все. Подарок. Он заклеивается? Нет, интересно, пакетик? Нет. Я не пойму. Есть здесь это? Или нет? Или это просто? Нет, не заклеивается. Ну, просто так. Такие подарочки. Вот здесь что-то у нас расползлось. Ну, все. Вот так. Коробочка отдельно девочкам, отдельно будет мальчикам. Не положили же там еще. Да, на браслетик. И закрываем. Ну все. На сегодня распаковка, запаковка. На этом мы заканчиваем сегодня.